Так, продолжаю движение. Третья серия. Москва, Красноярск. Движение в сторону Нижнего. Сейчас просмотрел те файлы, которые предстоит обработать. Советовал бы в обязательном порядке посмотреть заключительную серию. Там информация о месте стоянки привала. Называется это место СОЖ. Семен, Ольга, Женя, СОЖ. Короткий комментарий владельца стоянки и кафе. Ну и посмотрите своими глазами на это место. Также рекомендовал бы посмотреть видео «Россия из окна поезда Красноярск-Москва», где я заставил цыганок на вокзале танцевать и петь. Прикольно получилось. Так, впереди Вязники. Вязники объедем по объездной. Вязники по объездной пройдем. Я в сам город ни разу не заезжал. Вот. По городу ничего сказать не могу. Про город. Ну, в Вязниках и на заправочную заезжал, и в магазинах был. Ну, обычный район, ничего примечательного. С правой стороны железная дорога. Приближается, удаляется от магистрали трасса М7. Ну, сейчас с левой стороны объезжаем сам город. Красивое название. На карте вижу улицы города. Что ж такое? Советская улица. Благовещенская улица. 8 марта. Улица Свердлова. Улица Горького. Рябиновая улица. Ну, то, что видно на карте. Ну, вот практически и объехали.
Город Вязники остался слева. Железнодорожная станция Нововязники. Это если кто поедет на поезде. Недалеко от города вижу аэропорт, ну, местного значения, наверное. Маломагистральные самолеты типа, может быть, Ан-2, легкие самолеты. Так, с левой стороны по ходу движения река Клязьма петляет русло, то удаляется, то приближается к дороге. Движение в сторону. Ну, обочина, сами видите, Нижнего Новгорода. Не, отбойники кругом. Ничего примечательного. Так что припарковаться на обочине будет местами проблематично. Вижу с левой стороны река Клязьма. Железная дорога ушла резко вправо. До нее далеко. Движение, интенсивность, ну, ниже среднего. Хотел бы предупредить, что ли, о месте ночевки, месте привала под Нижним Новгородом. Но вы увидите эти кадры, когда на стоянке, называется стоянка 24, по-моему, ну, увидите название, нас ночевать не пустили. Но об этом я скажу, наверное, уже когда... Впереди город. Ограничение 60. Когда буду на месте уже. Клязьма, река почти вплотную подошла к дороге. Не знаю, метров, может быть, с левой стороны метров 100. Впереди город. Ограничение 60. Что за город? Вот Мюсерёва с левой стороны. Сначала Слободище, вот Слободище, за Слободищами Мюсерёва. Что-то комментирую. Шорох не дает разобрать. Но это естественный звук в салоне автомобиля. С левой стороны далеко Богородская. Thank you.
Слева далеко, ну как, метров с километр, наверное, Хабалово, Шуклина, деревни. С левой стороны, с правой пока ничего не вижу. Так, с левой стороны деревеньки, большие лужки, малые лужки, Макеево, Княжичи, Рефино. Напомню, двигаюсь в сторону Нижнего, трасса, федеральная трасса М7. Так, впереди по ходу движения Гороховец, город. Вижу название улиц. Улица Горького, Комсомольская, улица Ленина, улица Гагарина. Трасса М7 имеет второе название — Московская улица. М7 разбивает город на две части, разрезает на две части. Ну вот, проезжаем Гороховец. Все стараются сбросить скорость. Серьезный контроль за дорогой ведут сотрудники ГИБДД. С левой стороны, по идее, с левой стороны можно увидеть Гоголя, русло реки Гороховец, Клязьма. Ну, а впереди стоит мост, на берегу, через реку, реки Клязьма. Гороховец проехали. Ну, на дороге можно будет увидеть название реки. Что за город, не знаю. На карте не отражен. Ограничение 60.
С левой стороны Чичирево деревня. Но полотно дороги удовлетворительное. По две полосы в каждую сторону. Разметки местами нет. Так, с левой стороны Гладкова. С правой стороны Садовое товарищество Чернобылец. Трасса М7 имеет второе название — Шоссейная улица. Золино, населенный пункт, слева и справа от дороги. Населенный пункт Золино, правый поворот — Озерная улица, ну и впереди Новосмолинский поселок, Шоссейная улица, левый поворот. Мы двигаемся по трассе М7. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости, ограничение 60. В сторону Нижнего. Красивый пейзаж, достаточно много, ну я бы не сказал, чрезмерно много заправочных станций, но без бензина не останетесь. Ограничение 90.
никак не могу найти нормальную карту. Имеется в виду, чтобы комментировать. Приложений много, а нормальных карт нету. Так, река Ремна, проедем по мосту с левой стороны. Так, с левой стороны памятник природы под названием Болото Федяевское. Госзаказник. Это с левой стороны, ну, примерно 200-300 метров. Так как-то движемся. Впереди населенный пункт. Но слева и справа от дороги Пыра. Пыра. Очень красивая природа. Вообще вот... Ограничение 90. Вообще много таких вот мест в России. Едешь и просто любуешься окружающей природой. Стороны, ну, наверное, километре Пырское озеро и, значит, граница заповедника под названием памятник природы болото Пырское с озером Пырским. Таких вот заповедников достаточно много. Вот сейчас смотрю с левой стороны. Далеко слева называется Мостовое болото. Почему? Почему болото несет такой вот негативный какой-то оттенок, негативную информацию, ведь болото – это естественное природное образование, экологически чисто, самоочищающаяся система. В болоте, ну, вот, живут лягушки, другие существа, как назвать, не знаю. Вот. Вот лягушки, они не будут жить в отравленной среде, потому что они дышат и много веществ получают через кожу. Но почему такой вот негативный оттенок у народа, сказать не могу. Лично я вот к таким образованиям отношусь с положительной эмоцией. С положительным таким оттенком. Иногда слышишь в разговоре
Болото, болото, болото. Никто не вдается в тонкости, в детали. Они думают, назов вот таким словом «болото» оскорбить или унизить человека. Не нужно путать болото и... Так, тут, по-моему, ДТП произошло. Комментарий, по-моему, уже будет слишком поздним. Так, 75-й файл. А, тут солдатики разворачивались. Колонна, военная колонна разворачивалась, поэтому движение тормознули. Наверное, с правой стороны. Да, камеру повернул. Вот так как-то. С левой стороны ООО. Прочитать нифига не могу. Не по-русски написано. Липкер какой-то, Нижний Новгород. С правой стороны энтузиаст. Но это... Ну, ближе к Нижнему Новгороду инфраструктура резко, резко улучшается. Очень много кафе, стоянок, мест для отдыха, магазины. Очень много услуг предлагают на 15-м канале и по... Вот вы слышали услуги по разным направлениям и ремонт, и обслуживание. Все, что хочешь. С правой стороны близко болото подходит к дороге, с левой стороны, ну, метрах 400-500 метрах тоже болото. И впереди, слева, в общем, по всей трассе, не очень далеко от трассы, болотистая местность. Thank you.
Тут где-то будет железнодорожный переезд, где много лет тому назад заснял на видеокамеру, как Ford Transit ударяется разделительный отбойник. Сейчас точно сказать не могу. Но где-то здесь уже недалеко до Нижнего это было. С левой стороны по ходу СНТ Лесная Поляна, СНТ Березовая Пойма номер 3, СКАУ, НМЗ, не знаю, что это такое. Ну, много садовых товариществ, болото с левой стороны. Недалеко осталось до Нижнего. Впереди город. Ограничение 60. С левой стороны Лесная Поляна. Вот здесь я остановлюсь на некоторое время. Минут на 20, наверное. Буду ждать. Немножко развернусь, когда подъедет ведущий. Он заехал во Владимир на дорогу и движется за мной. Послушайте эфир. Вот здесь метрах 200-100 направо стоянка 24. Значит, туда нас не пустили. Мы были вынуждены искать новое место для ночевки. Так что при планировании своего маршрута имейте в виду, что здесь вам не рады. Кафе у Ирины, кафе Интерс. Вот такая печалька. Ну, можете немного пропустить видео. Потому что, в общей сложности я прождал где-то полчаса, минут 20.
по магазинам в кафе не заходил. Площадка ледяная, скользко ходить, нечищенные ледяные бугры, очень легко подскользнуться, упасть. Красавец собственной персоной, из-за того, что не пустили, поехали дальше. Сейчас заедем в торговый центр. Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Так, Московское шоссе. Трасса М7 ушла в обход Нижнего. Это Нижний Новгород, Московское шоссе. С правой стороны Садовое товарищество «Металлург» 3. С левой стороны далеко Садовое некоммерческое товарищество «Березка». 92. Заедем на парковку торгового центра.
Возьмем продукты, воду. Третий город. Ограничение 60. Не понял. Ну, вчера весь день на ней же ездили, вот поэтому нету батарейки. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. С левой стороны СНТ «Сокол», сад номер 1. Рядом СНТ «Сокол», сад номер 3. Это садовое общество. Справа впереди уже... Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 60. Кто смотрел Москва-Кемерово, вот на этом перекрестке беспредельщик на автобусе поворот наворачивая направо, чуть ДТП не совершал, практически налево герои движения. Ну, это уже пригород Нижнего Новгорода. Впереди плохая дорога. Ограничение 20. Так, очередная развязка. Правый поворот Комсомольское шоссе. Второй съезд. Ограничение 60. Второй съезд Бурнаковский проезд. Третий съезд проспект Героев. Нижний Новгород. С правой стороны Нижегородский масло-жиркомбинат. Ну и сейчас заедем на стоянку торгового центра, чтобы что-то купить на вечер. Но темнеть начало быстро, к сожалению. Мы это не учли. Ну, для первого дня, начиная со старта в Москве, проехать там 400 километров, это уже хорошо, считаю. Дальше-то будут расстояние побольше.
Во-первых, задержки во время старта, светофоры, заторы. Ну а так в среднем, если проезжать 700-800 километров в сутки, это очень хорошо. Так, затарились в магазине необходимым провиантом, воды взяли, хлеб, по-моему, колбасы. И теперь будем искать место для привала, поскольку нас не приняли на на стоянке 24. Не пустили. Такое впервые со мной случилось. Впервые за много лет дальних поездок, чтобы отказали в ночевке. Первый раз. Сколько уже лет рассекаю по России. Я, честно говоря, в шоке. Не пустить маленькую машинку на ночевку. Как называется торговый центр, сейчас не помню. Но магазин хороший, огромный магазин. Ведущий сюда уже заезжал неоднократно, поэтому порекомендовал заехать. Ну, заехали. Темнеет очень быстро. Вроде бы солнце светит еще. Но кожей ощущаешь, как резко начинает смеркаться. С правой стороны железная дорога.
улицы, могу прочитать, улица Николая Пахомова, Зеленодольская, Обухова, Узбекская, контроль проезда на красный свет, ограничение 60, Узбекская улица, улица Бориса Ротковского, улица Чкалова, улица Обухова, то, что вижу. То, что увидел справа. Так, что еще у нас? Какие улицы? Улица Долгополова, улица Литвинова, Канавинская улица, улица Даля. Но остальные я уже назвал. С левой стороны улица Воронова, улица Казакова. Ну все, до следующей серии. Заканчиваю комментировать.